вот что кроется в этих полях. Вот, ребят, я вам скажу, что когда я пишу книгу, вот основное, что у меня, основное вот именно поля, вот этот вот, вот это вот мгновение, которое просто, как говорится, описывается одним словом. Поля. Или как говорят, вроде бы Михаил Чехов это написал, это основоположник актерской школы, он родственник Антон Павловича, который вот обитал в этих полях, кстати сказать. По-моему, племянник. Но это надо уточнить. Он написал сочинение, это тоже все надо уточнить. Море было большое. И якобы Антон Павлович Чехов сказал, что, а что, хорошее сочинение. Так, по сути, и есть. То есть я, хотя, в принципе, не сторонник минимализма в архитектуре. Ну, имеется в виду, когда дом состоит из шкафов без ручек, там плоские, все плоское. Вот это я не сторонник. Ну, вот в плане как раз созерцания, да и в плане написания. Я вот, конечно, я, как бы сказать, по умолчанию люблю таких писателей, как Кнут Гамсун. Хотя, по-моему, я читал роман по названию «Сон», и мне как-то не понравилось. Не знаю. Ну, что-то такое шведское, норвежское. Да во мне, в принципе, оттуда есть кровь. У меня прибалтийская кровь имеется на четверть. Поэтому, и, в общем-то, светлый цвет волос у меня. Он, я, в общем, у меня все черненькие, ну, темненькие в семье. А я вот светлый родился, я вообще родился рыжий. Так что вот. Ну, ребятушки, я здесь, на канале, и, как говорится, там типа подписывайтесь, ставьте лайки, это я говорить не люблю, но это, может быть, когда-то придется говорить, потому что это делают и большие блогеры, такие как Варламов, потому что люди просто забывают это сделать, а механизмы YouTube якобы иначе тебя не видят. Но я прочитал, и я уверен, что они все равно тебя видят. И я уверен, ребят, что я настоящий ютубер. Знаете почему? Да потому что я молюсь этой культуре. Да я воспитан на американской культуре, ребят. Так же, как и, я думаю, многие из вас. Там большинство из вас, как говорится, ну, 90-е годы, это американские фильмы. Чак Норрис, «Смертельная битва», «Дрожь земли». Ну, помимо всего прочего, самое-то главное, что я поклонник американского рок-н-ролла. Не просто поклонник, типа, а, нравится музычка. Нет, нет, ребят, это у меня течет в крови. Просто. Моя кровь – это рок-н-ролл. И, как я уже сказал, поскольку я классический музыкант, классическая музыка мне тоже очень нравится, именно нравится ее играть. Вообще, еще раз вам говорю, ребятушки, классическая музыка, она для исполнителя. Она, вот ты получаешь удовольствие, она открывается тебе, когда ты играешь. Когда ты слушаешь, это просто чаще всего, это очень сложно для восприятия. Чаще всего. А что касается хитов классической музыки, то это мне вообще не нравится. Типа тарарам, 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 тарарам. Ну да, вроде как бы хиток такой. Да ни черта подобного. Это вообще сакральная музыка, которая тоже требует исполнителя, требует осмысления, требует опыта, требует знаний, другой музыки, чтобы понять, почему она так написана. Конкретно, что в ней, какое зерно, понимаете? Видите, какая прекрасная природа. Вот так. Ладно. Хорошего дня.